Всех приветствую на Меловом, и сегодня вот очередной ролик. По названию ролика, я думаю, вы поняли, кто-то видел уже этот продукт, кто-то с ним столкнется, как и я, впервые. И, в общем, мне прислали вот такую вот глину. Это каолиновая глина. И суть в чем? У меня она тоже как бы есть в ассортименте, но именно эта глина является пищевой глиной. Как бы это ни звучало странно, потому что очень часто при оформлении заказа, допустим, у меня, люди спрашивают, а у вас пищевой мел? Но как бы мы все должны понимать, что пищевого мела просто нету. Ну нет на него ГОСТа пищевого никакого, да? Вот глина, на которую есть именно сертификат соответствия. То есть эта глина проходила испытания в лаборатории, есть настоящий там сертификат, в котором все расписано, сколько чего в данной глине присутствует. Итак, что вообще здесь у нас написано? То, что это каолин, белая пищевая глина. Я, кстати, удивился, когда я смотрел фотографии как бы этого ведерочка, я думал, ну небольшое какое-то ведерочко, а пришло прям здоровое какое-то ведро. Здесь присутствует кремний, железо, калий, натрий, кальций, природный сорбент, источник минералов, да. Что у нас написано на упаковке? Состав, это все понятно, белая каолиновая глина высшей степени очистки, 100%. Способы применения. Вот я сейчас назову способ применения, который указан здесь, и потом назову способы применения среди мелоежек и глиноежек, да, действительно, которые применяются с именно каолином. Итак, 1-2 чайные ложки глины развести на стакан воды 200 мл комнатной температуры и пить 1-2 раза в день, за час до приема пищи. И проходить, получается, курс 3-4 недели. При регулярном приеме рекомендуется больше воды. Ну, здесь как хранить и чему она способствует. Снижению веса, выводит шлаки и токсины, снимает вздутие, нормализует обмен веществ и, в принципе, это источник минералов. Что ж, давайте, наверное, ее попробуем, да? Надо у нас все вскрыть еще. Аккуратненько. И попробовать. Будет стандартное мое описание для начала. И попробуем, в принципе, его прям так ложечкой. А потом попробуем с водой, что это такое вообще. Ну, идет она такими, как гранулами, но очень-очень-очень мелкими гранулами. Не знаю, насколько это будет вот видно. Такие маленькие комочки. Запах такой пыльный, потому что она же прям мелкая вся. Давайте попробуем. Ну, кстати, гранулы вот эти мелкие, они прям ощущаются. Конечно же, она сразу уходит именно в кашицу, ну, потому что это, в принципе, вот она, как мука, да? По вкусу это сливочный привкус. И такой земляной с пыльными нотками. Я бы вот так вот, наверное, его назвал. Теперь сравню его с тем каолином, который вообще есть как бы у меня. В чем у них вообще отличие? Если вам кто-то будет говорить, у нас, допустим, каолин именно пищевой, да? Элементарно, как можно сравнить? Пищевой каолин, он по-любому будет прям белехонький. И если сравнить с моим каолином, он, во-первых, у меня идет вот такими гранулами, то есть большими. Если с моим сравнивать, то мой такой желтоватый относительно вот этого. Поэтому, думаю, опять же, не вся белая каолиновая глина, да, пищевая, то есть стоит это тоже понимать. Но один из признаков это вот такой вот белый цвет. Давайте пробовать мой. Тот, который у меня находится, он более какой-то сливочный, наверное, вот так можно сказать. А так вкусы довольно похожие. Но я думаю, для многих будет плюсом то, что такая глина является именно пищевой, идет как именно пищевая добавка. То есть ее можно действительно применять, и это не будет вредить вашему здоровью. Теперь о способах применения. Здесь способ применения это именно добавление в стакан воды, перемешивание и просто это пить, да? Как ее вообще применяют? То есть, допустим, один из видов, когда у меня постоянно берут каолин, это для, допустим, масок, да? То есть вы можете из нее сделать какую-то пасту, допустим, смешав с другой глиной, либо сделать чисто из этой глины пасту.
И, соответственно, просто наносить на лицо, да. Кто-то делает так, и, наверное, за все время не так часто, но раз 10, может быть, у меня глину эту покупали именно для масок, то есть для косметических целей. Второй момент. Кто-то просто добавляет каолин как добавку к основной пасте, то есть, допустим, вы делаете пасту из разных там ассорти глин, назовем это так, и добавляет также туда каолиновую глину. То есть получается своего рода такая паста, из которой кто-то делает там всякие печенюшки, но я думаю, вы многие это видели, как и я снимал что-то подобное, как вот эти шайбы, подушечки, витаминки, да. То есть способов применения достаточно, и каждый на свой вкус и цвет, так скажем, будет применять его, да. А теперь, как же заказать данную глину? Все ссылочки для заказа, как всегда, вы найдете в описании ролика и в комментариях. Это будет 5 ссылок на 5 маркетплейсов, то есть из любого абсолютно вы можете заказать кому, где, как удобнее будет получить. То есть мало того, что у нее есть много способов применения, так еще и у вас есть целая масса способов, чтобы ее получить. Какой будет самый выгодный для вас, выберите сами. Все ссылочки, их, насколько помню, 5, они будут указаны в описании данного ролика. В общем, как-то так. Ну а я попробую еще раз данную глину. Блин, ее так прикольно перемешивать. И теперь мы хотели с вами сделать что? Применить ее по инструкции. 1-2 чайных ложки глины развести на стакан воды 200 мл. Ну, у меня может тут чуть больше. 1-2 чайных, то есть это, ну, грубо говоря, пусть будет одна большая столовая ложка. Ну что ж, вроде бы готово. Кстати, структура и именно вкус у него чем-то напоминает сухие сливки. Давайте посмотрим, что будет здесь за вкус. Почему, опять же, я больше склоняюсь к тому, что действительно вот такая вот именно глина может быть пищевой, то есть на нее может быть какой-то сертификат, ее могут допустить как пищевую добавку, потому что даже когда мы кушаем кусковой мел, глину, да, в таких случаях, то есть вы даже если очень хорошо будете пережевывать и большим количеством воды запивать, вы это будет лучше для организма, чем то, что вы, допустим, не запьете после того, как съели эту глину или мел, не разжевали на прям мелкую-мелкую уже кашицу практически, да. Конечно же, будет лучше, если вы запьете водой прям хорошим количеством после того, как скушаете мел или глину. То, что если вы очень хорошо разжуете, да, организму будет легче от этого. А здесь у вас сразу же идет, особенно если про способ применения говорить, который прям по инструкции, то, конечно, о чем тут говорить. То есть здесь вообще же нету никаких комочков, кусочков и так далее. Это сразу же идет напрямую еще и с водой. Ну, конечно же, здесь навряд ли будет какой-то вред организму, да. Да и даже если вы его так будете кушать или с той же какой-то пастой применять, ну, соответственно, он будет сразу в кашицу уходить. То есть, если вы после этого еще водой запьете, я думаю, вообще никаких проблем не будет. Что касаемо данного вкуса. Я не знаю, как калий, натрий и кремний на вкус, но вот я ощущаю здесь привкус такой еле уловимый железа и привкус, блин, ну кальция, как сказать. Про кальция могу сказать привкус только вот то, что во всем меле есть кальций, да. Поэтому не знаю, что-то такое пыльное ощущается все равно. Вот это именно привкус какой-то земляной, что ли, наверное, так скажем. Ну, в общем, как-то так. Ну, пьется она очень легко, то есть это практически просто вода. То есть, если еще ее обесцветить, да, то есть просто странноватый какой-то привкус. А так вы даже, наверное, не поймете, что туда что-то добавлено. Поэтому, если есть у кого-то желание, что у нас делать? Вывести шлаки и токсины из организма, либо сбросить лишний вес, или нормализовать обмен веществ, либо снять вздутие. Каолин самое то. В общем, ребят, я жду вас всех в комментариях. Пишите, кто вообще пробовал данную глину. Кому как она, кто применял ее именно по инструкции. В целом, жду всех в комментариях и хочу услышать ваше мнение о данной глине. В общем, кто хочет заказать, все ссылочки в описании ролика. И я с вами не прощаюсь, очень скоро увидимся.